Возьми еще вот так, оставь пока, оставь ее. Так. Еще возьми краситель. Только где-то возьми в два раза больше. Ну, как, вот ты брал только, да, две. Ну, только уже не сюда, а еще раз, уже в белую. Да, то есть это будет у нас светлые, мы попробуем сделать еще чуть светлее, темнее. О, отлично. Ложи. И вот эту массу еще чуть, только лучше закрывать, потому что сейчас перевернешь краситель, он такой крепкий, потом не домоешься. Не спеши. И теперь возьми еще четвертинку. С этим зеленым смешай. Четвертую часть и с этим зеленым. Да, этого же. Замешивай отдельно. Вот у тебя было там, это получается справа и слева. Хочешь на шпатель, мешай на шпатель. О, видишь, вот это у нас уже тот цвет, который уже будет темнее. Так. У тебя будет на гипсокартоне удобнее. Положи на гипсокартон, там тебе будет удобнее его вымешивать. А, места мало. Ты потом уже возьмешь все это на шпатель. Ну хорошо, пускай так будет. Так, отлично. Теперь смотри, положи это на крышку. Нет, на крышку от шпаклевки. Да, вот эту на крышку положи. Шпателем помоги себе. Так. И вот этот, который светлый у тебя на гипсокартоне, тоже положи на крышечку рядышком. Ну, не рядышком там, чтобы они не смешивались. Не, белый оставь, светлый возьми. Да, вот этот. Так, ложи, да, тут, хорошо. Теперь смотри, теперь вот этот белый, который у тебя есть на гипсокартоне, возьми, просто его, ну, как будто перешпаклюй тонким слоем гипсокартон. Да, тонким слоем. Ну вот сколько его хватит, насколько хватит. Да, вот еще, да, возьми еще. Нужно будет, возьмешь еще с ведра. Тонкий, где-то 1 миллиметр. Ну, хорошо, достаточно, чтобы не терять времени. Так, теперь смотри. Вот у тебя на шпателе будет у тебя белый. Так? Я говорю, на шпателе у тебя сейчас белый находится. Так? Положи его тоже на крышку. Да, рядышком, да, там. И возьми, например, сейчас темно-зеленый. Ну, или темно-салатовый, да. Ну, назовем его фисташковый, только темный фисташку. Да, возьми его. Возьми его половину, ну, немного, половинку возьми, его тебе больше не нужно. Так. Отлично. И как так, мы это называем Маракешиком. Как это тебе донести? Может быть, ты видел там, когда ты смотрел видео, или ты уже забыл, что там, о чем там фильм. Такими движениями, вроде как мы называем это изюм, такими капельками накладываешь. Ну, можешь не капельками, можешь такими точечками, порциями, кляксами.
Да, положи, да, его так. Туда-сюда, туда-сюда. То есть, да, вот возьми чуть, возьми чуть, да, возьми вот так, чуть положи на белую. Положи на белую. А, и дальше еще проще можем сделать. Положи еще, вот рядышком ты положил салатовый, да, на шпатель, положи светло-салатовый рядышком. Нет, рядышком возле него. Вот так, да. И положи белый. Ну, белый не, нет, не обязательно. Белый уже у нас будет на этом. И теперь только еще ближе к салатому. Да, светло-салатовый, ближе к салатовому темному, или с фисташкой. И теперь попробуй на шпатель возьми два этих цвета одновременно. Но не весь, а краешком. Нет, не так. Ребром с шпателя. Я понял. Да, это мне надо будет тоже что-то взять с собой в руку. Сейчас, секунду. На это мне надо было тоже чем-то вооружиться инструментом. Хорошо, бери вот как будто ты берешь поклевку со шпателя. Только бери вот это, которое у тебя есть на шпателе. Нет, не так ты берешь. Как ты берешь поклевку? Обычно. Вот так, да, разворачивай. Нет. Я понял. Так. Подожди тогда. Сейчас я секунду, сейчас делаю паузу. И возьму шпателя, чтобы ты тоже видел. Видишь, да? Ну вот смотри, вот у меня на сейчас материал. Вот он, видишь? Я не знаю, как тебе тогда. О, вот он. Да, и вот я его беру на шпатель. Нет. Смотри, еще раз. Вот, смотри. Один, да? И вот второй. И вот я вроде как. Да, о, вот так, да. Да, точно. Бери. Да, сразу два. Отлично. И теперь делай такую, как будто волнообразные такие движения по белому, по белой массе модельной. Да, такая, как волна. Давай, смелее. Как волна, давай. Раз. И еще раз попробуй. Еще, да, бери материал. И еще раз волну, только в другом месте. Там, где нету. Ну, разверни немножко на себе. От меня возьми шпатель немножко. Разверни, да, еще руку. Разворачивай. Ну, хочешь так? Ложи так, ладно, ложи. Мне не просто не видно. Еще ниже тогда возьми его. Нет, шпатель ниже к себе. Ближе к себе шпатель возьми. Вот так, да. Вот так. Теперь тяни, делай такую протяжечку. Да. Волну такую. О. Отлично. Ага. О, все, теперь еще лучше. Теперь еще давай возьми еще материалчик. Да. Со шпателя, да, вот так, таким же макаром. И сделай сверху. Да, вот, не, чуть выше. Да, вот здесь делай волну. Можешь так, а можешь на себя. Да, вот так можешь. Отлично. Ну, это, конечно, многовато, но ничего. Теперь смотри, больше материал пока не набирай. Положи вот эти остатки, которые у тебя на шпателе, на крышку. Это можешь тоже на гипсокартон положи. На крышку, да. Вот как они один, да, вот это к светлой, светлому, темный к темному. Теперь смотри, теперь вот у тебя есть сокол и есть ласточка. Теперь попробуй соколом, да, соколом, и попробуй, ну, как это назвать, растяжки. Для тебя тоже будет сложно. Ну вот попробуй их между собой. Нет, это тоже будет сложно.
Смешать попробуй. Или таким, или даже не так. Протяни, протяни. Вот вроде как выровняй. О! Просто выровняй. Да-да-да. Так, эту поверхность, да, вот. Да-да-да, попробуй. Потихоньку, да. Вправо, влево, да. Потихоньку. Только не прижимай сильно, а слегка. Давай, раз. Давай, смелее. Раз. Что еще попробуй? Еще смелее. В эту же сторону, как ты начинал? Да, чтобы я увидел. Давай, 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 давай. Ага. Ну, а ну попробуй еще смелее. Еще смелее. Они должны между собой... Да, они должны потихоньку смешиваться между собой. О, еще, еще. О, отлично. Вот, уже лучше. Смешиваются? Ну да. Отлично. Теперь смотри. Теперь ты возьми теперь на шпатель, вот этот сокол, так, и положи небольшого количества салатового, небольшого количества, ну, в одинаковых пропорциях, салатового, белого, да, чтобы они там, да, вот, раз положи, белого, теперь салатового, темного, так, понял, и попробуй на ну, даже можешь так. Возле белого положи еще салатовый. Да, да, да. Еще положу салатового. И положи теперь темно-салатового. Возле светлого. Вот, да, да, да. Вот здесь, да. Положи темно-салатового. Так. И теперь попробуй на вот этом гипсокартоне, где не с белым, вот где-то с левой получается, от тебя с правой стороны. Этот пока ты оставь. Нет, где серый? Где серый гипсокартон? Чистый. Вот здесь. Вот попробуй сделать такие же волнообразные движения, только вот этим соколом. Еще раз. На этой части гипсокартона сделайте такие же волнообразные движения, только соколом. Нет, нет, здесь. На чистом. Не смешивай. Да, вот как он есть. Да, да, пробуй, да. Можешь зайти немножко на белую. Заходи, не стесняйся. Заходи еще. Вот так. О! Отлично. И теперь попробуй между собой. Да, отлично. Попробую теперь потихоньку как будто бы смешивай. Это не трогай. Это попробуй протянуть по этому, по где-то по белому протяни. Да, 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 да. Попробуй протянуть, чтобы ты понял, какая там система. Смелее, давай, протягивай. О, о. Добавилось немножко? Да, да. Хорошо. Давай, давай, смелее. Так. А теперь попробуй, да, вот уже он более-менее чистым. Попробуй смешать между собой. Вот да, вот эти, да. Шпатель. Не, да, 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 вот попробуй площадью. Попробуй, так. Ну ты, так, о, я понял. Попробуй одним движением, немного движения, вот одним движением, ты как вжух, как будто бы ты протянул. Да, вправо, влево, да. Они не в одну сторону, а как будто бы там перекрестным. О, ты видишь, как они между собой смешиваются? О, о, вот, 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 вот. Все, стоп, 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 стоп. Так, ты видишь? О, отлично, отлично. Вот это лучше получилось. Ну, хорошо, хорошо. Теперь смотри, у тебя там есть видео, так? Ты уже знаешь принцип, по которому они смешиваются. Посмотришь видео и еще раз потренируешься на гипсокартоне. Понял? Uh-huh. Вот. И свяжемся уже там завтра, когда у тебя там будет. Завтра у меня, правда, не будет времени. Ну, хотя можно там часиков, я буду где-то в часиков 9. Ну, в 10 давай покажешь мне, что-то у тебя получилось. Доброе?